А вот заготовки на зиму у жителя Георгиевского района оказались противозаконными. Банки с марихуаной общим весом 6 килограммов обнаружили полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков. Запрещенные вещества были закопаны на приусадебном участке. По версии следствия, подозреваемый вырастил марихуану, а затем хранил ее для личного употребления. Хозяина плантации задержали. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.